Друзья, всем привет! Мы опять в Биллунге, в Леголенде. Ровно 8 лет назад я здесь был, в 2012 году. Сейчас посмотрим, что там изменилось за эти года. И, конечно же, поразвлекаемся и посмотрим, что есть. Вот такие вот очереди уже. 10 утра открылось и 10.02 уже. Вот смотрите, что творится. Минут мы уже с билетами попали внутрь, очередь очень большая, народу, но уже много. В общем, взрослый 400 крон, детский от 3 лет тоже 400 крон, то есть только дети до 3 лет бесплатно, все остальные 400 крон вход. В общем, сейчас посмотрим, что здесь. Такая карта, вход и пошел, чтобы ничего не пропустить, каждое место посетить. Идет на посадку. Полностью аэропорт Биллунда. Только с Лего. Станция. Тоже такой парковочный центр. Ну, просто все идеально продумано. Ниньяго территория. Уже все сделано с этого нового. На музыкальных инструментах можно поиграть. И тоже все с Лего. Кукол не только для детей, но и для взрослых. В очередной очереди стоим. Направляемся в аквариум. Сундук с золотом. Такой не сильно большой, но прикольный. У каждого аттракциона вот такая вот очередь. Ну, в общем, где-то полчаса стоять надо. Жара, конечно, но мы стоим. Сейчас будет Лего Каноэ. Это уже такое более интересное и экстремальное. Сейчас проходит.
Наркоз классно? Да, по-любому. Супер. Можно в сей раз закрыть? Народу здесь уже поменьше. То есть можно долго не ждать. Так, лодка, и ты там по кругу. Там все горит, вам надо приехать туда, докачать, выбежать, затушить, кто первый там. Ну это соревнования как командные. Вот такая вышка, сам себя поднимаешь. Пиратский корабль, обстреливают друг друга. Сейчас пойдем постреляем. Даже такие, что максимум 1,50 м, то есть 90 м, 1,50 м, то есть дети сами. Вот такой сафари-парк на машинках едешь. Поезд в Лего-городе. Уезжаем в лес. Для прогулки.
В большом городе Нью-Йорке. Кинотеатр. Будет сейчас мультик 4D Ниньяго. Кинотеатр. Можно садиться только через ряд. Вот один ряд завязан лента. Один свободен. Следующий опять завязан лентой. Только через ряд. Ну, приятного просмотра. Уже начало пятого. Леолен будет закрываться скоро. Мы все обходили, все попробовали. Ланч есть, если хотите покушать, там 170-200 крон. Не буду переводить все там в евро, в доллары. Кто захочет, свободно конвертер валют открываешь. И есть куча разных мест. Мороженое там 40-50 крон. Лед этот там тоже 50 крон. Ну, в общем, цены такие, что в принципе для отдыха нормально. Но было прикольно. Посетить еще раз. Много нового открылось за последние 8 лет. Такое маленькое дополнение по поводу парковки. Парковка здесь платная. 60 крон на целый день. И при въезде никаких талонов не дают, но надо купить билетик для того, чтобы выехать. То есть вы можете подумать, что бесплатная парковка, потому что заезд на парковку никак не контролируется. А вот выезд уже нужно оплачивать. Можно купить в автомате, можно купить на кассе. Вот так вот.